Сразу три адвоката в Алматы могут лишиться работы за обман клиентов. Вместо помощи своим подзащитным они отдыхали за рубежом, о чем узнали в Министерстве юстиции и подали в суд. В своих отчетах юрконсульты указали, что во время следствия находились со своими клиентами. Но в ходе проверки выяснилось, что адвокаты даже не допрашивали подозреваемых и не участвовали в следственных экспериментах, хотя получали зарплату из госбюджета для оказания бесплатных услуг населению. За последние два года на частных защитников поступило 553 жалобы. К дисциплинарной ответственности привлекли 109 человек. Самое обидное то, что данный факт является не единичным у адвокатов города Алматы. Нами также были зафиксированы еще факты и были поданы аналогичные исковые заявления о прекращении действующей лицензии адвокатов. Если, допустим, взять данные за 7 месяцев, только по городу Алматы было выделено около 100 миллионов тенге на оплату адвокатам. Всего участвует более 500 адвокатов по оказанию юридической помощи населению.